Банде Гуру Пададандам Бхактавинда Саманитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитананда Саходитам Шри Нанда Нанданам Банде Радхика Чарнодаям Гопиджано Самаюктам Бриндаванам Манохарам Ванча Калпатару Васуки Пасинди Бхавача Патитанам Павани Бхавишнабхибхьо Намо Намаха Мукам Кароти Вачалам Пангум Ланхетигрим Джатки Патам Ахангабанди Парамананда Мадхава Бриндаве Тулсиде Вайпиявай Кесавасача Кришна Бхакти Паде Деви Саттваттвей Намо Намаха Нараяна Намаскритта Нарум Чайва Нараттама Девин Сарасватин Вясам Тато Джайо Мудира Санкиртане Кришна Катхопадеш Гаурия Бхатрасья Пракасанича Садануракта Гуру Бхакти Юкта Бхакти Прамадакша Джагодару Дхейям Сада Парибхавагнам Авишта Духам Тетхас Падам Сива Виринчанутам Сараньям Витатвихам Панутопал Бхавадипутам Банде Махапурушате Чарунарвиндам Ятпада Паллаванакачанда Маничатая Бисфуриджита Кимапикабабудушва Дарша Пурнанурагра Сасагра Сарамурти Сарадхикамай Када Кипам Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Сиаддхайта Гададхара Сивасадихи Каура Бхактавинда Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Сиаддхайта Гададхара Сивасадихи Каура Бхактавинда Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рам Харе Рам 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 Харе Харе Аджануламбита Бхужау Канака Бодату Санкиртаной Кавитару Камала Айхатакшо Вишамбару Диджавару Джугадхарма Палу Банде Джагат Приокару Каруна Аватару Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама 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 Харе Намами Ганге Тава Пад Панкаджам Сура Сурайр Вандито Дипа Рупам Бхуктинча Муктинча Тада Синитам Бхавану Рупенна Сада Наранам Ганга Таранга Раманья Джата Калапам Гаури нирантара вивуши тобам бхагам Нараяно приямананга мадапахарам Варанаси пурапати бхажави санатам Ваги саджасва бадане лакшмир жасвача бхакшаси Ясьясти де самбит Вам нишингамахам бхаджи Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама Рама
Ram Ram Hare Hare Guru Sushasanam Nama Sarva Dharma Tamottamam Tasmat Dharmat Paro Dharma Pavitram Dharma Navidvati Guru Sushasanam Nama Sarva Dharma Tamottamam Tasmat Dharmat Paro Dharma Pavitram Dharma Navidvati Gaudiya Goshthipati Gaudiya Goshthipati Shishila Bhakti Siddhanta Sarasvati Госвами Такур Прабхупад Парамахамса Джагадгуру сказал, что нет ничего более благоприятного, чем служение Гуру. Шрила Прабхупада сказал, что нет ничего более благоприятного, чем Гуру Сева. Обусловленная душа может освободиться от материальных оков, от самсары, если она будет совершать служение Гуру и Вайшнавам в совершенстве. Но встает вопрос, как определить, кто совершает Гуру Сева, а кто нет? Мне часто поступают подобные вопросы. Как понять, что преданный совершает служение по-настоящему? И как понять, что преданный не совершает служение по-настоящему, несмотря на то, что носит одежды вайшнава и широко проповедует? Шрила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад говорит, что если вы видите в преданном проявленные качества Гурупада Падмы, если вы видите в нем Ачар, Сиддханта Вичар, если он следует всему, всем стандартам Гурупада Падмы в совершенстве, в таком случае такой ученик получает полную милость своего духовного учителя. Имя, положение, слава не так уж важны. Падмапад был учеником Шанкарачарья, хотя никто не знал о нем. Прабхупад объясняет, что если в ученике проявлены качества Гуру Пада Падмы, несомненно, весь мир может поклоняться ему, признать его великим Ачарьей. А может быть, не признать, но это не имеет никакого значения. Это шлока из читания Чаритамриты. Мне говорится о том, что все качества Кришны проявлены в его преданном. Но не в полной степени. Постарайтесь понять, что я пытаюсь сказать. Все качества Кришны
проявляются в сердце его преданного. Кроме некоторых качеств, которые присущи лишь Кришне, Верховного Господа. Каждое качество Кришны абсолютно. Обусловленная душа может перенять их в какой-то степени, но не в полной. В то же время считать Гурупада Падмой обусловленной душой — большое оскорбление, поскольку он является Пракаш Бхагавана. Думать, что Гурупад Падма просто большой знаток шастр, но на самом деле является обычной обусловленной душой, так думать неправильно. Итак, преданный может перенять все качества Кришны, помимо нескольких. Точно так же преданный гуру, сева-гуру, перенимает качество Гурупада Падмы. Это безусловный фактор. Если с сегодняшнего дня вы начнете служить блуднице день за днем, ваше сознание будет спускаться на самые низы. В противовес этому, если вы начнете принимать просад из рук чистого преданного, что тогда произойдет с вами? Сознание будет возвышаться. Бхактивинод Такур написал в связи с этим много, но никто не обращает на это внимания. Никто не заинтересован в том, чтобы читать его статьи. Он говорит, что нельзя принимать бикшу в домах, где не следует ачарану, в грязных, оскверненных домах, где едят рыбу и мясо. Саду, который собирает мадхукари, говорит Бхактивинод Такур, должен собирать мадхукари только в домах, где следует стандартам, чистым стандартам, стандартам чистоты. Почему иногда мы чувствуем себя очень плохо? Потому что не можем контролировать свой ум. Если ум осквернен, у нас нет сил совершать баджан, нет сил слушать харикатху. И слушание харикатхи становится чем-то необязательным. Могу послушать, а могу нет. Но подлинный преданный никогда не мыслит таким образом, потому что для него харикатха — это жизнь и душа, это и баджан, и в то же время цель баджана. Суть в том, что многие преданные задавали вопрос Шриле Прабхупаде, его ученики, все совершают служение в соответствии со своими возможностями. Но кто совершает служение лучше всех? And you think he is number
Как вы считаете, кто лучше среди ваших слуг, ваших севаков? Прабхупад был очень разумен. Если бы он сказал напрямую, назвал имя, это не принесло бы блага вопрошающим. Поэтому он дал философский ответ. Тот, кто взрастил в себе стопроцентную любовь гуру и вайшнавам, является лучшим севаком. В Бхагаватам это явление описывается в этой шлоке. Я уже много раз объяснял ее. Она означает, что ученики Гурудев полностью единые, то есть имеется в виду, что гуру является сердцем и душой ученика. Настоящий ученик всегда готов пожертвовать своей жизнью и душой ради Гурупада Падмы. Но в настоящие дни никто не хочет говорить об абсолютной истине. И почему же? Потому что, как сказал Прабхупад, до тех пор, пока мы не предались на 100% лотосным стопам Бхагавана, у нас не будет силы говорить об абсолютной истине, находясь на абсолютной платформе. Если даже вы попробуете делать это, вам станет страшно. Возможно, я не должен говорить так прямо. Лучше я скажу помягче. Но это не в настроении Прабхупады. Это не дживедая. Говорить абсолютную истину абсолютным образом и есть подлинная милость к дживам, дживадоя. Прабхупад говорит, что желание, стремление к славе и почету не может относиться к бхакти. Если я говорю харикатху для того, чтобы снискать расположение публики, это одно. Но если я говорю харикатху для того, чтобы порадовать Кришну, это совершенно другое. Прабхупад говорит, что громко говорить абсолютную истину перед публикой и есть дживедоя. Прабхупад говорит, что если я пытаюсь удовлетворить себя, это не бхакти. Пусть даже вы прославитесь на весь мир. Но доставлять удовольствие, стараться доставить удовольствие Бхагавану и есть бхакти. А говорить абсолютную истину необходимо говорить громко перед публикой. Это и есть дживедоя, проявление милости к дживам. Как я говорил в предыдущий день, что на это мы не обращаем внимания. Проповедь означает
делиться своими прямыми осознаниями, полученными в процессе Гуру Сева. Постарайтесь осознать эти слова, понять их, делиться осознаниями, полученными в процессе Бхагавата Сева и Гуру Сева. Насколько точная сиддханта в этих словах? В действительности это очень сложно. Делать это очень сложно. Поэтому Прабхупада говорит, что лишь те, кто предались на 100% Бхагавана, могут говорить абсолютную истину. В противном случае нет, это невозможно. Потому что абсолютная истина — это не то, на что можно оказывать давление, то есть мы никак не можем изменить ее, мы не контролируем ее, поскольку абсолютная истина сама проявлена. Невозможно дать себе такую установку, что сегодня я расскажу абсолютную истину, чтобы все мне похлопали. Нет, она проявляется сама, лишь если я нахожусь на абсолютной платформе. Лишь если я нахожусь на абсолютной платформе, она проявится на моем языке, и я смогу поделиться ей со слушателями. Именно поэтому Бхактивинода Тхакур много-много раз, то есть говорил много-много сокровенной сиддханты, но об этом, но на это, на нее никто не обращает внимания, никто не заинтересован в ней. И в киртанах также Бхактивинода Тхакур раскрывает глубинные темы. Он на Бенгале он пишет в своих киртанах. Вы понимаете Бенгалия? Кичу, то есть чуть-чуть, это нам не поможет. Так, Бхактивинода Тхакур пишет: пожалуйста, приди в мое сердце и мной и через мои уста излагай Харикатху. Позволь мне пить нектар Харикатхи и киртана. То есть Бхактивинода Тхакур обращается к Бхагавану: пожалуйста, позволь мне пить нектар Харикатхи, и когда я наполнюсь ей, автоматически я смогу излагать ее и делиться ей, как будто бы я опьянен. Хотя, то есть, можно сравнить это с алкоголем или наркотиками, и, казалось бы, это грязный пример, но мы не можем привести другой пример, который так бы наглядно показывал состояние преданного. Как пьяный человек не может понять происходящего, так и тот, кто пьет Бхагаванамрита Катху, опьянен. Но опьянен премой. Она не грязна, она очень тонка и чиста. Как Рай Рамананда говорит Махапрабху: пожалуйста, ты говори моими устами. Ты и слушатель, ты и говорящий, ты и спикер. Если подобные чувства пробуждаются в вас, вы являетесь истинным прачаракой, то есть истинным проповедником. Главный признак ачарьи заключается в том, что он будто бы
не обращает внимания на происходящего, как в случае с Прабхупадой. То есть он, казалось бы, внешне действует, как это было в случае с Прабхупадой. Он совершал много внешней деятельности, но внутри всегда постоянно, безостановочно совершал служение Рада Говинде. Также в случае с Гору Кишордас Бабаджи Махараджем. С чистым преданным невозможно разговаривать, как с обычным человеком. Нам покажется, что то, что они скажут, то есть их ответы, их манера говорить, покажется нам странной. Но в действительности наша манера говорить странная, а они говорят... То есть как это было с Гуру Кишордас Бабаджи Махараджем? Порой он говорил, казалось бы, бессвязные слова. Как вам Шридас Бабаджи Махарадж, казалось, что они как сумасшедшие говорят. Говорят, как сумасшедшие. Но на самом деле это мы сумасшедшие, а они в полном рассудке. Итак, я хочу вернуться к главному моменту. Кто является гуру-севаком, а кто нет? Для того, чтобы разобраться в этом вопросе, необходимо обратиться к Прабхупаде. И Прабхупад объясняет, что если вы видите гуру, если вы видите качество гуру, проявленное в сердце ученика, это лучший севак. Точно так же, как определить, кто совершает сева, кто нет. Нужно взглянуть, сколько у них любви, сколько любви в сердце севака. Никакие материальные суждения не помогут нам разобраться в этом вопросе. Кто сейчас может судить, кто является чистым преданным, а кто нет? Прабхупад говорит, что суждение о том, кто является вайшнавом, а кто нет, кто подлинный гуру севак, а кто нет, нельзя доверять, нельзя вручать в руки сумасшедших людей, которые зазнались своими богатствами, славой, положением. Кто станет сейчас открыто говорить о проблемах гаудия-вайшнавского общества? Никому не интересно это. Джива Госвами возглавлял Вишва Вайшнава Раджа Сабхо. До него это делал Сваруп Гасай. До него Рагунадас Госвами. После Дживы Госвами пада Бхактивинода Такур и другие вайшнава. Но сейчас кто возглавляет это общество сейчас? Вишва Вайшнава Раджа Сабхо. Не обижайтесь, но наш баджан — это все равно, что спектакль. Чем больше мы притворяемся саду, тем больше получаем признание публики.
Как я уже много раз говорил, вновь и вновь, сотни тысяч раз я повторял это. Не будьте глупцами. Постарайтесь осознать Сиддханту Прабхупады. Когда вы сможете осознать ее, я гарантирую, что никакие проблемы вам не страшны, что с этого момента у вас не будет трудностей. Прабхупад предоставляет нам духовные законы, дает нам духовные законы. Государство наказывает тех, кто меняет законы, меняет конституцию, подменяет в ней какие-то законы. Точно так же мы не можем ослушаться законов Прабхупады. Итак, у нас один путь — осознать наставление Прабхупады. Я гарантирую, что тогда вы достигнете успеха. Нас должны интересовать лишь те, кто в точности повторяют наставление Прабхупады. Итак, сегодня день ухода великого, возвышенного Гаудия преданного, чье имя вписано золотыми буквами в историю Гаудия Сампрадая. Шрила Бхунадев Госвами Махарадж. Люди могут говорить много ерунды, но какое нам до этого дело? Зачем нам на это обращать внимание? Камса постоянно критиковал Кришну. Так же, как Шишупала. Называли Кришну обычным человеком. Даже Индра критиковал его, Кришну. Кришна критиковал Камса, Шишупал, Джарасанда. И что же, мы должны подумать, раз скажут, все говорят, подобное Кришна не является Господом. Но это же глупости. Они сумасшедшие, они сами не понимают, что говорят. Итак, Шрила Бхакти Хридай Бонга с вами Махарадж, сокровище Гаудия Сампрадая. Он родился в Даке, столице Бангладеша. Он был 10-м сыном в семье. И самым любимым. С самого детства он проявлял выдающиеся качества. Еще в годы учебы его
любили все учителя, профессора, друзья. И с самого детства он был очень разумен. Он учился в английской школе. По ее завершению он поступил в колледж. С отличием закончил его. Но никак не мог обрести удовлетворение в сердце. Он чего-то искал. Искал абсолют, но никак не мог найти. К тому времени его отец заболел, его положили в больницу. Ему были необходимы лекарства, которых в Даке не было. В Калькутте в то время была более развитым центром, поскольку в то время было британское правительство, и она была своего рода столицей. Она была столицей. Поэтому лекарства, много лекарств было доступно там. 300 лет на, еще. Поэтому ему было необходимо поехать в Калькутту, чтобы купить отцу лекарства. И там с ним произошло нечто очень важное в его судьбе. Он встретился с Мадхава Гауди Матхом. Он постоянно находился в поиске, так будто бы ему чего-то не хватало. И он встретился с Мадхава Гауди, то есть пришел в Мадхава Гауди Матх, который был, находился в Матхе, и там от преданных узнал о Шриле Бхакти Сиддханте Сарасвати Госвами Такуре Прабхупаде. И под предлогом покупки лекарств он отправился в Калькутту, нашел лекарства и с кем-то передал их своему отцу, а сам не вернулся, поскольку он чувствовал отречение. Естественно, что у нас привязанность к отцу и матери естественна. Но он подобного не испытывал. Ему стало ясно, как он может отыскать Прабхупаду. И поэтому, не задумываясь, оставил свою семью. Он поехал в Бхаг-базар, где был расположен Гаудия Матх. Чтобы встретиться с Прабхупадой. Их встреча произошла. Точнее, он приехал, и Прабхупад как раз был там. Он обратился к одному из севаков и попросил устроить встречу. Тот пришел к Прабхупаде и передал один юноша, который выглядит очень хорошо, пришел встретиться с вами. И, конечно же, Прабхупад смог осознать, что это значимая личность, поэтому он согласился встретиться. Когда приходили кто-то,
когда приходил кто-то, то есть Прабхупад не всегда соглашался провести встречу немедленно. Кого-то он... Другими словами, он прекрасно знал, кто и когда к нему приходит. И когда Нарендра Бандьопадхьяя, детское имя Шрилы Бхакти Хридабана Госвами Махараджа, пришел к нему, он сразу же встретил его. Когда он вошел в комнату Прабхупады, увидев его лотосные стопы, он был поражен. Состоялся их первый разговор, и после него он решил остаться еще на какое-то время в Матхе. Он на протяжении этих дней он слушал Харикатху и становился безумным от трансцендентной Харикатхи Прабхупады. Бхактивинода Тхакур говорит, что несмотря на то, что существуют правила и предписания, описанные в Харибхактивиласе, которые касаются того, кого можно принимать в ученики и кто может действовать как ачарья. Там описана необходимость взаимопроверки. Говорится, что учитель должен проверять своего ученика, а ученик учителя на протяжении определенного времени. Но в наши дни это предписание никому не интересно. Поэтому процесс преданного служения превратился в мусор. В Калькутте есть огромнейшая свалка, распростирающаяся на много-много километров. Там стоит ужасный запах. Мусор подобен Гималаям. Горы мусора все равно, что Гималая. И мы сейчас занимаемся созданием такой свалки в Гаудиабаджане. Прабхупад хотел проверить его. Когда новый человек приходил к Прабхупаде, он в ту же секунду понимал, кто перед ним. И Шрила Нарендра Бандьопадхьяя обратился к Прабхупаде, попросил его дать ему шафран. И Прабхупад сказал, мне нужно какое-то время. Напиши статью, пожалуйста, о том, что ты понял в Харикатхе, которую услышал. Да, я напишу. Итак, он написал на родном языке, на бенгале. Статья называлась «Кто мои родственники?» «Кто по-настоящему мой самый близкий и дорогой?»
Он принес Прабхупаде. Прабхупад сказал: положи на стол. Он вышел, а после того, как Прабхупад прочитал ее, он и был настолько счастлив, настолько доволен. Он понял, какое сокровище сокрыто в сердце Нарендры. Прабхупад решил дать ему Харинами Дикшу. Получив Харинами Дикшу, он стал известен как Нанда Суна Брамачари. Был очень красив и умен. У него были выдающиеся ораторские способности. Как он является вечным спутником, ему было достаточно лишь несколько раз услышать Харикатху Прабхупады, чтобы получить полное сознание. За короткий промежуток времени он стал одним из главных учеников Шрилы Прабхупады. Прабхупад начал посылать его в различные места Индии на проповедь. Он проповедовал настолько много, что если рассказывать об этом, получится целая Махабхарата. Начиная с Мадраса, до Кабура, с Мумбаи до Дели, он с Мадхуры до Канпура, Люкнау. Повсюду он проповедовал с большим успехом. Благодаря Гуру Крипе он встретился, он способствовал открытию многих храмов. Конечно, да и другие его духовные братья, то есть его духовные братья также играли большую роль в этой проповеди, такие как Шрила Мадхава Госвами Махарадж, Бхактир Шашидхар Госвами Махарадж. Они делали это вместе. Все они внесли свой вклад. Он проповедовал в Гае, в различнейших местах. Он обладал выдающимся писательским и ораторским талантом. И вскоре Прабхупад решил отправить его в западные страны для того, чтобы проповедовать. Есть те, кто порочат имена нашей Гуру Варги, таких выдающихся личностей, как Госвами Махарадж, Бхакти Прадип Тиртха Госвами Махарадж, Бон Госвами Махарадж, они бриллианты. Но эти лгуны пытаются опорочить их имена. Но это прямая дорога в ад. Критика чистых преданных приведет в ад. Я могу привести сотни примеров тому, что сотни примеров тому, как Прабхупад прославлял их, Бон Госвами Махарадж и других проповедников, которые проповедовали за границами Индии.
Наш главный враг — это зависть. После того, как Бхактидита Мадхава Госвами Махарадж покинул этот мир, Шрила Бхакти Харидой Бхон Госвами Махарадж рыдал на месте явления Прабхупады, то есть когда проходило собрание преданных, когда был первый фестиваль, посвященный дню явления Шрила Прабхупады, на месте явления, на его месте явления Шрила Бхон Госвами Махарадж выступал с Харикатхой. Тогда же был день ухода Шрилы Мадхава Госвами Махараджи. Он плакал навзрыд. Он говорил: «Мой духовный брат Шрила Бхакти Дайта Мадхава Госвами Махарадж был лучшим последователем Шрилы Прабхупады». Он провозгласил это. Мадхава Госвами Махарадж следовал Прабхупаде в точности. Во всем. А мы не можем даже мечтать об этом, сказал Шрила Махарадж. Несмотря, конечно, он следовал Прабхупаде на 100%, но смирение он подчеркнул, что Шрила Мадхава Госвами Махарадж обладал такой анугатией, что невозможно сравнить с кем бы то ни было. Прабхупад дал наставление Конь-Йоде, управляющему Чайтанья Мадха, купи самые дорогие ботинки для Бхона Госвами Махараджа. Прабхупад в то время организовывал выставки, которые показывали, наглядно показывали учение Чайтанья Махапрабху. Они проходили в Матхуре, в Дели, Хавре, Калькутте и других местах, в Даке. В то время не было ни телефонов, ни телевидения. Прабхупад позвал Бхона Госвами Махараджа. Он сказал: пусть он придет ко мне в костюме. Но Бхон Госвами Махарадж стеснялся прийти в таком виде. Но Прабхупада сказал: я приказываю. Тогда он пришел и не мог даже поднять глаза на Прабхупаду. Он пришел, одевшись в эти дорогостоящие, одел эти дорогостоящие ботинки и костюм. Тогда Прабхупад сказал: сегодня ты отрекся от отречения. Это и есть юкта вайрагья. Тебе нужно будет проповедовать перед цивилизованным обществом,
в Европе. В комнате я могу ходить, в своей комнате я могу ходить как в Каупине, но перед публикой нужно выглядеть как царь. Это такова была природа Шрилы Прабхупады. Это и есть Юкта Вайрагья. Вайрагья означает особая привязанность к Бхагавану. То есть использование всего в служении Верховному Господу. Это и есть Юкта Вайрагья. Помните, я говорил о... этих двух шлоках из Бхакти Расамрита Синдо. Необходимо избавиться от сухой вайрагья. И точно так же нельзя пользоваться принципом, то есть пользоваться юктой вайрагьей, наслаждаясь, прикрываясь, якобы прикрываясь юктой вайрагьей. Когда Прабхупаде подарили первую машину, это была старая, простая машина, и кто-то из преданных выразил желание ездить на ней. Прабхупад очень разозлился. Он сказал, что лишь наше духовное тело, то есть наше духовное тело может ездить на этой машине. А из материальной концепции, материальным телом в ней ездить невозможно, потому что иначе это станет чувственным наслаждением. Насколько мы далеки от Прабхупады. Насколько мы далеки от Прабхупады, от его наставлений. Я буду объяснять это день за днем, и вы сможете понять, что мы полностью уклонились от следования ему. Мы думаем, что якобы совершаем служение ему, кричим «Джай Прабхупад». Не так-то просто совершать служение Прабхупаде. Если вы, как вы можете служить, если не познали его сердце? Когда в сердце одна лишь зависть. В соответствии, то есть сам Прабхупад заявил, он сказал об этом, что Шрила Бонга с вами Махарадж является успешнейшим проповедником, квалифицированнейшим. Он сказал Рабиндранат Тагору, что я собираюсь послать в Европу того, кто не хуже меня. Того, кто является таким же, как я. One insect available in the stool and urine of Banu Goswami, I think I can never become.
В то время англичане ей возглавляли все общество. Конечно, изначально Индия является источником всех цивилизаций. Все они были зарождены в Индии. Все науки, такие как все науки, технологии берут свое начало здесь, в Индии. 2000 лет, тысячу лет назад. То есть, все эти инновации уже существовали в культуре Индии, но англичане очень разумно и смогли захватить Индию. Изначально англичане — политики, а те, кто родились в Индии — философы. То есть природа нации. Я не говорю о том, что происходит в наши дни, но... Рабиндранат Тагор возражал, он говорил, сейчас не время посылать проповедников. Прабхупад спросил Рабиндранат Тагора, как вы считаете, будет ли успешна проповедь на Западе, если я сейчас пошлю проповедников туда? И тот ответил, что ничего хорошего из этого не выйдет. Поскольку люди там никому не верят. Когда Прабхупад на протяжении часа говорил Харикатху, услышав, Рабиндранат Тагор сказал, если такой великий ачарья, как ты, поедет, куда бы ни поехал, такой великий ачарья, везде вы достигнете успеха. И Прабхупад на это сказал, что я пошлю на проповедь того, кто не хуже меня, того, кто подобен мне. Он спросил, где, с чего будет лучше начать, где проповедовать проще, в Англии или в Германии? Рабиндранат Тагор ответил, немцы будут слушать, лишь если вы будете говорить на немецком. А англичане не будут слушать совсем. Там проповедовать сложнее. Лучше начать с Германии. И тогда Бхагава Свами Махарадж сказал, мне кажется, лучше вначале поехать в Англию, потому что лучше начать с того места, где сложнее. И Прабхупад оценил это. Он Госвами Махарадж поехал в Англию. Встретился там с представителями интеллигенции. И благодаря этому его пригласили в институт Оксфорда. Но там ему выделили лишь 15 минут на выступление. Собрались знаменитые профессора. Но за эти 15 минут Бхагава Свами Махарадж произвел на них такое впечатление, что они
что этот короткий промежуток времени, что его пригласили выступить перед королевской семьей, перед царицей Елизаветой. Он выступал в Кембридже. Его стали приглашать повсюду. Поскольку у него было бхакти в сердце, простое мастерство в ораторском искусстве не может дать больших результатов. Но когда есть бхакти в сердце, оно способно, речь такого преданного способна менять сердца слушателей. Итак, в различных институтах, университетах выступал Шрила Махарадж. Это было очень важное, это вот такое важное искусство проповеди. То есть он принял решение, что будет выступать в собраниях интеллигенции, то есть в привилегированных слоях, поскольку если там они, если они примут то, что говорит он, то есть примут и более низшие слои. И в действительности это была также и техника Прабхупады. И даже более того, я хочу сказать, что это техника Кришны. Принесите Бхагавад-гиту, и я покажу вам. Найдите эту шлоку, мне ответ. Если великие пандиты, ученые примут, то и все обычные люди примут за ними. Сам Кришна произнес эти слова. Прабхупад также приглашал лидеров общества, выражал им почтение, но на самом деле он делал это лишь для того, чтобы очистить их оскверненные умы. Такова была его техника, искусство проповеди. И он достиг большого успеха в проповеди в различных колледжах Англии. Затем он отправился на проповедь в Германию. Но его предупредили, что там на английском слушать его не будут. Лучше говорить на их родном языке. Или на бенгали, хинди. Но для этого будет необходим переводчик. Но английский они однозначно слушать не будут. Бонго с вами, Махарадж сказал, хорошо, я выучу немецкий. И за 6 месяцев он выучил немецкий так, что потом писал много книг на немецком. Вы смогли бы так?
Это могущество Прабхупады. Maximum university students, Bhanu Goswami used to speak in Brahman. College is less. College no. University. Я, точнее, еще Махарадж проповедовал в университетах. Не в колледжах, а в университетах. Садхананда, в то время Садхананда с вами искал абсолютную истину. Да, он является вечным спутником, тем не менее, проявлял лилу. И так и произошла их встреча, и после этого он очень захотел встретиться с Прабхупадой. Помимо него было много других преданных. Проповедь была, имела стопроцентный успех. И благодаря этому люди по всему миру узнали о учении Чайтанья Махапрабху. Можно сказать, что Шрила Сачидананда Бхактивинода Тхакур был первым, кто начал проповедовать на английском, хинди, то есть на английском. Имеется в виду, что он знал много разных языков и на всех проповедовал учение Чайтанья Махапрабху. Шрила Бхактивинода Тхакур был первым, кто проповедовал учение Чайтанья Махапрабху за границей Индии. Затем Прабхупад, Шрила Бона Госвами Махарадж и многие другие. Немцы были заинтересованы изучением Вед, Веданты, Рамайны, Махабхараты. Поэтому проповедь Шрилы Махараджа была успешна в Германии. Затем он поехал в Америку. Его пригласили в различные места, в Вашингтонский институт. И проповедь была очень широкой. Затем посетил Вену, Австрию. По всему миру приглашали его. И то, что я сейчас говорю, не сказки. Это действительно так. Есть книга, мои лекции в Англии и Германии. Где он написал свою проповедь. Он написал много книг, но мир полон завистников, которые теперь критикуют Шрилу Махараджа. Он был первым. Он написал Расамрита Синду на английском. Перевести Расамрита Синду практически невозможно. Как можно перевести на язык такое возвышенное писание, на язык, в котором нет слов, которые эквивалентны санскриту? Например, даршан. Как можно перевести это слово? То есть, если мы попытаемся перевести на другой язык, значение будет до какой-то степени искажено.
but it is not that. Philosophy means more accurate thinking. Darshan means more and more accurate approach. Одно понятие даршан очень глубоко. Оно содержит в себе много смысла. As it is, what is what? Aprakita darshan. But philosophy, oh, maybe some, like Shakespeare writing, Keats, Anna Thompson, P.B. Shelley, they're writing so many things, huh? They're writing. But not that. Wilson, well, a big writer. I also read in my student life. But their darshan is not practical darshan. They can speak philosophy. But ours is darshan. Darshan means practical. Now what I am seeing, watching this, that, everything, it is called material darshan. Когда я смотрю что-то на какой-то предмет материального мира, это материальный даршан. Но когда я взращиваю гуру крипу, мое понимание этого значения это слово даршан принимает гораздо более глубокое значение. Апракрита даршан абсолютно отличен от материального даршана. Так как же Бон Госвами Махарадж смог перевести Расамрита Синду на английский язык? Я не понимаю, как это возможно. Ведь там настолько глубинное значение, что никакие английские слова не могут передать подлинного значения. После того, как Прабхупад покинул этот мир в 1936 году, 1 декабря ночью, или а затем Бон Госвами Махарадж опять начал широкую проповедь. Мало кто говорит об этом. Но если я буду скрывать истину и не говорить о ней, получу наказание. Скрывать выдающиеся качества вайшнавов, не прославлять их, это демонический поступок. Если я вижу какие-то качества в вас, я и не говорю тебе о них, я вижу какие-то твои недостатки, а за спиной критикую тебя. Это неправильно. Massive preaching, Bhagavad Gita, all over the world.
После ухода Прабхупады Бхактисиддханта Такур развернул огромную проповедь. Он посетил Австрию, Германию, Англию, Америку, Японию, даже Японию. А затем решил погрузиться в баджан. К сожалению, у меня недостаточно времени. Я прошу вас за это прощение, чтобы в должной мере прославить Шрилу Махараджа. Однажды Шрила Бхактисиддханта Махарадж подошел к Шриле Прабхупаде втайне от всех и сказал: «Я чувствую глубинное вдохновение служить гопи». Прабхупад сказал: «Молодец». Он не сказал: «Обманщик». Не отругал его. Он сказал: «Хорошо, я стану наставлять тебя в этом русле». Он сказал: «Читай вот эту книгу. Затем приходи». И Прабхупад поручил ему вокруг Рада и Шьямакунды расположено много различных кунд гопи. И Шрила Прабхупада поручил ему украсить их, то есть отыскать их и украсить. И он смог это сделать. То есть вот по таким-то углом Лалита Сакья, ее кунжа, здесь кунжа такой-то Сакья. Когда Прабхупад посетил выставку, то есть Шрила Махарадж украсил эти кунды под его руководством, они были украшены. Шрила Прабхупад, увидев это, был очень счастлив. Вы можете быть согласны, а можете возражать, что все представители нашей Гуру Варги являются бриллиантами Гаудия общества. Шишупала и другие демоны постоянно критиковали Кришну, но какое нам до этого дело? Однажды во Вриндаване один богатый человек распространял камбал среди преданных. Я совершал парикраму, а он подозвал меня. Я отказывался, продолжал идти, но они начали упрашивать меня. Была огромная очередь из саду, чтобы получить камбал. Один саду получил, а потом переоделся и снова пошел за новой. И организаторы увидели, что он подошел второй раз, но тот и сказали: «Ты уже получил», но он не соглашался. И тогда этот так называемый саду пошел на берег Ямуны и начал
жестко критиковать, всячески обзывать этих организаторов. И этим организаторам передали. Он, этот саду, сидит и обзывает вас. И вот этот богатый человек, то есть организатор, сказал: я могу дать ему камбалу, камандалу, то есть я ему дал, я отдал ему ее. А, то есть все, что я могу дать, это камандала, я дал. А он может дать лишь плохие слова. Поэтому он и дает их. Что поделать, если сердце грязно? Точно так же Бон Госвами Махарадж обладал бхакти, и он делился именно им. А те, кто критикует его, делятся грязью своего сердца. Я не собираюсь терпеть критику моей Гуру Варги, критику в адрес моей Гуру Варги. Если критиковать будут меня, я стану терпеть, но терпеть оскорбления моей Гуру Варги я не собираюсь. Итак, после массовой проповеди Шрила Бона Госвами Махарадж принял решение совершать уединенный баджан. У него было, были ученики в разных странах. Они приезжали к нему. Мы даже представить не можем возвышенное положение Шрила Бона Госвами Махараджа. К сожалению, у меня нет больше времени. Я мог бы говорить часами напролет о нем. Следующая харикатха. На следующую харикатху я скажу, сколько Прабхупад прославлял Бона Госвами Махараджа. А те, кто... Прабхупад говорит, что совершают уникальное служение Гауранге Махапрабху, должны безусловно получают любовь и почтение от и признание от Гауранги Махапрабху. И я считаю, что весь мир должен почитать его в соответствии с этим. Как я могу вынести оскорбление в адрес Госвами Махараджа, Бона Госвами Махараджа? Это негодяи. Он открыл институт востоковедения во Вриндаване. Мне не повезло слышать критику в адрес
Шрилы Махараджи, но, как говорилось в этой истории, каждый делится тем, что в его сердце. Если у меня есть что-то хорошее, я делюсь этим, а если в моем сердце одна грязь, я критикую таких возвышенных саду, как Шрила Махарадж. Итак, Бхана Госвами Махарадж оставил тело очень мистическим образом. Он принял решение уединиться в свои последние дни, так, чтобы никто его не видел. Он спустился в свой баджан-кутир. Но до этого, за какое-то время до этого, его посетили некоторые из его учеников. Он уже был готов оставить тело, но кто-то из преданных, из учеников прикоснулись к нему и сказали: «Сейчас я не могу, из этого я не могу уйти». И была другая подходящая дата, определенное расположение звезд. И он сказал: «Кришна будет проходить по этому пути, по этой дороге и заберет меня. Когда-нибудь мы поговорим об этом». Также сегодня мы должны поговорить о Шиле Бхакти Сарга с вами Махараджи. Он великий преданный. Его духовное имя, которое дал ему Прабхупад, Нани Гопал Брамачарья, Нанда Дулал. Он также был из Бангладеша, из места под названием Кулна. В то время была единая Индия, неделимая. Его отец и мать были великими преданными. Он хотел учиться на инженера в Катаке, в Орисе, но там он встретился с великим преданным Прабхупады, с одним Бабаджи Махараджем. Там был Мадх в Катаке, и этот Бабаджи Махарадж был управляющим. Узнав от него о Шриле Прабхупаде, он захотел принять с него прибежище. Отец и мать сказали: «Мы тоже хотим встретиться с ним». И, собравшись, они поехали в Майпур. После встречи с Прабхупадой, то есть спустя какое-то время, после того, как они посещали Харикатху Прабхупады, Прабхупад был готов дать им посвящение всем троим — отцу, матери и сыну. Прабхупад со слезами на глазах сказал своему сыну: «Тебе выпал золотой шанс служить вечному спутнику Шри Чайтанья Махапрабху. У нас такого шанса нет. Мы не хотим, чтобы ты служил нам. Мы хотим, чтобы ты служил ему». Произнеся эти слова, они вручили своего сына лотосным стопам Шрилы Прабхупады и покинули Майпур. Вот это настоящий отец, это настоящая мать.
Он был очень образован и впоследствии стал учителем в Бхактинат-институте. Также он редактировал это служение, которое поручило ему Шрила Прабхупада. Он был очень отречен и очень милостив, что был очень добр, так что боялся убить даже муравья или комара. Ему пожертвовали землю. Его духовный брат. Но, то есть в Майпуре, но беженцы с Бангладеша оккупировали эту землю и не соглашались покинуть ее. И Махарадж сказал, я не знаю, как прогнать их оттуда. Но когда наш Бхарати Махарадж узнал о сложившейся ситуации, что мой Гурудев, мой Гуру Варга, Сар Госвами Махарадж не может из этих людей построить храм, он пошел разобраться с этими людьми. Он взял огромную бамбуковую палку и сказал, вы уйдете отсюда или нет? Покиньте это место. И лишь взглянув на Бхарати Махараджа, они ушли. Посмотрите, это урок для всех нас. Если мне нужно стать, то есть занять такую позицию ради служения Гуру Варги, я должен сделать это. И в конце концов храм был построен. Но после ухода Прабхупады Шрила Махарадж принял руководство Госвами Махараджа. Госвами Махарадж очень любил его и давал ему служение, поручал ему Вани Севу. И впоследствии его назначили следующим ачарьей после ухода Шрила Махараджа. Но возникли некоторые проблемы. И Шрила Махарадж понял, что для меня не так уж важно занимать этот пост. То есть я должен исполнять служение, которое мне дают вайшнавы. Да, мне вайшнав дал мне это служение, но возникло слишком много проблем, которые препятствуют моему служению. И поэтому он отказался от этого, от поста ачарьи, построил храм, который располагается практически напротив Гопинат Гаудия Матха. Вайшнавы являются живым матхом. Здание — это еще не храм. Сегодня времени уже нет, мы поговорим об этом в следующий раз. Сегодня день ухода Шрилы Бона Госвами Махараджа, а также Шрилы Махараджа. Много о чем нужно было поговорить, но времени недостаточно.